Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, хочу показать вам, как я модернизировал свои кофры. Сегодня, наконец-то, пришли эти площадочки, которые непосредственно крепят мои девайсы к самому кофру. То есть это... Короче, можно крепить к любому алюминиевому кофру. То есть это не обязательно должны быть кофры от SV Motage. То есть система очень классная в этом плане, да? Вот сюда у нас, их можно поменять местами, то есть как душе угодно. Можно здесь сделать две канистрочки или, например, четыре бутылки. То есть, кому как удобно, собственно, да. Смотрится это довольно-таки эстетично, мне прям нравится. Мне прям очень это дело зашло. Также, друзья, пользуясь случаем, в этом видосе хочу сказать следующее. У меня есть инстаграм-канал, но инстаграм-канал, он как бы... сейчас сами понимаете, в наше время он не везде доступен, и людям просто неохота заморачиваться с VPN-ами. Да и честно, у меня душа как-то к нему не лежит, поэтому я создал телеграм-канал, ссылку на который я сейчас где-нибудь здесь вам вставлю, или, и, соответственно, тоже она будет в описании. 13 числа у меня уже куплен билет на паром в Норвегию, то есть я выезжаю из Дании в Норвегию 13 числа. Соответственно, люди, которые меня смотрят, которым, интересно... следить за мной, могут подписаться на канал, на этот телеграм-канал. Там тоже можно выкладывать стори. Мне кажется, там намного удобнее общение, чем в любых других социальных сетях. Поэтому попробуем телеграм. Собственно, все, что я хотел сказать в этом ролике. А то у меня уже рука отваливается держать эту камеру. Честно, ладно, все, всем прощаюсь, пока. Но ненадолго.